Что Вита случайно остановила видео, и то, что мы снимали, вышло не очень. Ладно, я подержу, я тебе не доверяю теперь. Ну, то, что я случайно, я не знала. Нет, даже. Я не хочу больше тебе доверять пульт. Я буду вот так. Мы разнесли приглашение всем, но мы всем разнесли Кате, Маше. Ну, и в том видео... Нет, они не видели, потому что я то видео удалила. А? И не буду выставлять тот ужас. Ну, мы подготовились к видео, конечно, мы раздали все приглашения, взяли вот тут всяких конфет и все такое. Катя, а ты сейчас собираешься... Этот, Катя, обязательно возьми с собой этот, вещи, которые не жалко отдать, и пару конфет. Нет, и если... Там, может, кто-то хотел. Ну, вот у меня доступная бутылка. Нет, ты можешь себе домой взять. У меня нет таких бутылочек. Возьми вещи, которые не жалко отдать. А это во сколько? 4, но это же была записка. Мне показалось, что 4 это вот это вот. 9? Нет. А что? Тихо. Что 4 это что? Можно воду? 4, воду, да, 4 это че? Вот воду, это да? Не бросать тут зала, а опустить, поняла? Вот тут а бери, вот тут бери. Почему? Это что? Это мусор, но там зала из камина. Катя, не бросать, вот просто поднять и опустить. Неужели это так опасно? Вита, блин, меня все видео завалило! Ну ладно, я не знаю, что мы говорили в том видео, блин. Ну, я просто снимала, как мы с ней раздаем приглашение. Ничего интересного, мы просто ходили вот так, стучались, давали, ничего интересного не было. И к нам к видео присоединяется Катя. Катя, ты будешь с нами гулять? Блин, не знаю, но мне надо шалаш строить. Какой? Обычный из веток шалаш. Да зачем? С Эмилией? Да без Эмилии. Зачем? Она, наверное, потом придет. А что? Повеселиться хочу. Ну окей, тогда мы вдвоем будем гулять. Нет, я хочу тоже шалашчик. Вот. Ну давайте тогда шалаш делать. Видео будем снимать или нет? Да, будем. Ну, так как мы всю свою... Мы этот, потом, потом, девчонки, потом перед вечеринкой нужно как... Камера трясется, у меня все в сумке, мне кажется, вылетело. Мы с девчонками дальше продолжаем бежать. Я вчера мороженое ела, доширак. Вита около собачьего парка. Около собачьего парка я буду. Окей. Ну-ка, ты потом придешь в собачьего парка. Хорошо? Ну, собачьего парка. Сама парку приди. Я тебя потом доведу. А вы что, как? Вы завтра хотите? Что завтра? Вы завтра еще хотите строить шалаш? А то что, Вита дойдет, я тебя доведу, потом что это? Хочу. Окей. Вода! А ты просто... Окей, у собачьего парка встречаемся. Я Виту подожду. Ну там шестая палата. Белка. Я не могу. У меня проблема. Где-то до 6 вечеринка. А мне придется читать, потому что меня заставляет учитель. Ага. 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 Ага, меня заставляет учитель. Ага, мне нужно читать. Ага, я хочу научиться английскому. Ага, я не знаю, что еще сказать. Короче, жаль, вот так вот нельзя, чтобы там вот так наверху был вот так вот проход.
Короче, вот. Вот такой проход, вот так, чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик, чтобы этот, а то для пряток это пригодится, потому что, когда ты бегаешь в прятках, то, короче, ты вот так поднимаешься, и все, и там тупик, ты не перебежишь вот сюда. Зачем я на неизвестном языке говорю? А что, если я на испанском говорю? А что, если я знаю испанский? Левшки. Через часик они будут собираться уже. Через час... Зачем спустил лампу? Не знаю, им захотелось. Бум-бум-банка. У девушки свиданка. Скажи, ты... Мы будем снимать как... Ты эти 2 часа нашла себе парня? Да, наверное, я неразобразима. Подожди, а давай себе этот снимем. А мы будем снимать, как мы делаем этот шалаш или нет? Да. Уверена? Да. Но это будет в следующем видео. Всем пока-пока.